Ну что, выходим? Искать, где еда сама ходит? Да, я знаю, где. Ну, давай. Лен, куда ты идешь? Да, еда вот так по дороге идет. Еда ходит прямо по дороге? Да. То есть ты такое видела, да? Да. И туда сейчас нас приведешь, да? Да. Ну, слушай, ты может знаешь? Быть... Я нет, может быть, с твоей помощью мы найдем наконец-таки твой подарок. Сколько мы уже весь день ищем этот подарок. Там должно золото лежать. Ну, давай. Нет, я не знаю. Нет? Ты же меня ведешь. Я надеюсь на тебя, полагаюсь. На то, что ты умеешь разгадывать загадки. То есть ведешь, да, меня? Ага. Ну, я иду тогда за тобой. Надеюсь, что там нас ждет очередной конверт, а может быть, даже там будет подарок. Даже подарка. Ты смотри внимательно, а то еще пропустишь его. Может быть, официант его тебе принесет? Нет, официант не знает моего дня рождения. Не знает твоего дня рождения? А вдруг папа его предупредил? А папа такой, он может. Ну что, Лена, сейчас выбираешь себе суши? Да. Лена выбирает себе еду, которая ей больше нравится, чтобы покушать, да? И какие же ты будешь, Лен? Ну, какие-какие тут вкусные, даже не знаю. Лена, смотри там что. О! Там конверт, быстрее хватай его, а то он убежит. Покатится. Вот так это. Ну что? Следующее задание. Следующее задание? Давай, доставай. Давай, я тебе помогу. Итак, тут написано: беги в кафе у пляжа. Ты знаешь такое кафе у пляжа, Лен? Да. Ну что, тогда давай покушаем и побежим в кафе у пляжа? Да. Ну давай, кушай. Всем приятного аппетита. Спасибо. О, поймала? Ну, показывай свой улов. О, да, вот это улов. И коктейль улов. Коктейль-то это настоящий улов. Ну что, допивай коктейль и побежим быстрее к пляжу, да? Угу. Едешь на пляж, да? Да. А не еду, а еду. Ну пока еще едешь на эскалаторе. Угу. Ну что, мы сейчас пойдем на пляж и узнаем еще какую-то открытку. Ну, да? Посмотрим, да. Ну что, Лен, ты нашла кафе на пляже, да? Да. Ну, давай, поднимайся, посмотрим, что там. Да. Давай. Ну, и что же тут такое? О, Лен,
Ладно, так там папа сидит. Привет! Нашли меня все-таки? Нашли. У кого день рождения сегодня? Ульяночки. Днем рождения тебя, днем рождения, днем рождения, Лиана. Продуй свечи. Быстрее дуй и загадывай желание. Загадывай желание. Загадала, Лиан? Да? А что ты загадывала? Нельзя говорить, папа, ты что? Тогда не сбудется. Не говори, Лиана. Мам, а что это? Прочитай. Ну, давай прочитаем, что в последнем задании. А здесь не задание. Здесь просто поздравление. С днем рождения, Лиана. Браво! С днем рождения, Лиана. Мы тебя поздравляем с днем рождения. Желаем тебе, чтобы ты росла всегда такой умной и красивой девочкой и всегда слушалась своих родителей, да? Да. И, конечно же, у нас есть для тебя подарок. Ну-ка, папа. Давай, доставай. Закрываем глаза. Закрыла? Закрываем давай. Глаза. Опа. Опа. Ну что там? Часы, да, Лиан? Конечно, Лиана очень хотела у нас такие часы. Умные часы они называются. Не умные. Ну, да, электронные часы, на них можно звонить. Лиана хотела такие часики, и мы ей купили. Ну как тебе цвет, Лиан? Устраивает тебя такой розовый с белым? Ну-ка, давай, покажи. Давай, папа тебе поможет одеть. Давай. О, слушай, красивые у тебя часы. Да, ну это просто шикарно, шикарно. Угу. Ну, покажи мне их, Лиан, поближе. Сейчас покажет, одень. Очень красиво, очень. Ну что, тебе нравится подарок-то? Да, Лиане да. Очень идет. Ну, папа, включай тогда. Она Лиан знает, должна она знает посмотреть, сама, как они работают, как знает? Ну, о, ну-ка показывай. Смайлик. Hello. Hello, Лиана. Там написано hello, да. Так, время 11:01. Зарядка полная. Это немножко неправильно. Сейчас у нас уже другое время. Зарядка полная. Да, здесь такая заставка с мишуткой, очень круто, да, Лиан? Ну что, да, ты такие хотела? Да, сим-карту поставим и потом все. Будешь зарядка, папа, полная. Хорошо. Теперь всегда наша Лианочка будет с нами на связи. И мы всегда сможем ей позвонить и спросить, как у нее дела, и что-то передать. Да, Лиана? Тебе что, нравится? Да, твой подарок? Да? Давайте заесть торт. Лиана хочет ей кушать тортик. Да. Ну, конечно. И пить молочные коктейли, да? Ну что, тогда мы на этом с вами прощаемся. Мы будем кушать тортик и дальше праздновать наш день рождения. А с вами прощаемся. Да, Лиан, что ты хочешь сказать? Всем целую. Если у вас тоже день рождения, я вас тоже поздравлю с рождения. Угу. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока-пока.